Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою. Защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надежно обеспечат безопасность и мир для народа России. Сегодня хочу вспомнить слова, написанные по свидетельству современников великой женщины, которую у нас на Руси называли «матушка». Это императрица Екатерина II, чье скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. Вот эти строки. «Я буду защищать мою родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». И в наше время слова «родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда. С праздником вас, с Международным женским днем.